Чувашии круглый год будут выращивать огурцы и томаты. В республике реализуется инвестиционный проект по созданию тепличного комплекса. Он строится на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района. Ход работ глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня обсудил с инвесторами. Строительство тепличного комплекса началось в декабре прошлого года. В начале мая на площадке побывал глава Чувашии. Рабочие на тот момент завершили работы нулевого цикла. А к концу этого года на площади в 11 гектар возведут два тепличных блока, рассадное отделение, энергоблок и сервисный центр. И в декабре планируется ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс теплиц. Объект, стоимость которого 6,5 миллиардов рублей, выйдет на проектную мощность в четвертом квартале 2019 года. На сегодняшний момент инвестиций в проект 1,9 миллиарда рублей. На данный момент мы идем в рамках дорожной карты и в рамках тех планов по производству работ, которые мы для себя поставили. На самом деле колоссальная помощь от правительства Чувашской Республики, от Министерства сельского хозяйства, от Министерства экономического развития. На самом деле очень хорошая команда работает. За два года реализации инвестиционного проекта будут созданы более 500 новых рабочих мест. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.